Трамп, судя по всему, все. Всем привет! Я, так как и многие из вас, подписан на оба YouTube-канала Дмитрия Гордона. Вот из последнего я пересматривал очень интересное интервью с футболистом и тренером Алексеем Михайличенко. Прекрасное интервью, без вопросов. Интересно слушать, и очень много у Гордона есть интервью, которое интересно слушать. Более того, я даже перестал какие-то подколки делать в адрес Гордона после того, как он выпустил расследование в адрес негодяев Петрова и Иванова. Я растиражировал, я сделал трафик на это расследование, потому что это было правильно, это точно должен увидеть был каждый из вас. Но сейчас Гордон возвращается к старому, к прежнему, и он допускает ту же ошибку, которую сейчас допускают многие. Он идет против людей. Что я имею в виду, послушайте внимательно. И, конечно, эти нарративы русские, которые сейчас полезли изо всех щелей, мы устали, блогеры, мы устали от обстрелов. Да лучше мир, чем война. Да лучше любой мир. Да лучше согласиться на условия Путина. Да лучше то, да лучше это. Ну, мы же понимаем, кто это распространяет и зачем. Это, безусловно, враги Украины, которые сидят на российских деньгах и распространяют на эти российские деньги российские нарративы. Это все очень просто на самом деле. Я понимаю недвижимость, я понимаю безопасность личная, человек находится в Киеве, я понимаю сыновья не на войне, хотя обещалось, сам Гордон обещал взять автомат в руки, случилось полномасштабное вторжение, Гордон дома возле телевизора, на котором Путин выступал, объявлял нам войну, призывал всех взять руки в оружие, сам не взял. Вот сейчас я полтора года, даже больше, выступаю за дипломатическое решение вопроса, ровно с того момента, когда я понял, что ситуация зашла в тупик. Сейчас потребовалось, конечно, обществу гораздо больше мнения, почти два года, многие поперекрашивались, общественно значимые там спикеры. И тоже говорят, нужны мирные переговоры, ситуация в тупике. В общем, чем дальше, тем хуже для всех украинцев и для Украины. И тут Дмитрий Гордон так резко выступает против людей моего плана. Я не могу оставить, к сожалению, это незамеченным. И здесь я совмещаю выступление Гордона по поводу Дональда Трампа. Но только не недавнее заявление, потому что сейчас Гордон занял позицию, как и все подобные ему люди, я с детства за Трампа. Потому что я лично с детства за Трампа. Точно так же, как Арестович. Когда я с 22 года вот завел канал и сидел в футболке Трампа, рассказывал вам, это будущий президент, это человек, который сейчас нужен миру чисто идеологически. Сейчас идет не просто война Украины и России, сейчас идет во всем мире война идеологии. И вот важно оказаться по правильную сторону баррикад. И Дмитрий Гордон тогда рекламировал вам своего друга Швеца. Сейчас я вам покажу некоторые отрывки. И цель этого видео не обосрать Гордона или там не врагов себе найти. Я не ищу врагов ни в интернете, ни в жизни. Но просто надо и меру какую-то знать. У человека подписчиков более 4 миллионов. Нужно знать какую-то меру. Почему я так возмущен? Давайте посмотрим вместе. Если бы был Трамп президентом, я даже не хочу думать, что было бы с моей страной уже. Да, если бы при нем началось широкомасштабное вторжение, да, даже просто сложно себе представить. Хотя сценарии примерно понятны. Хорошо, Дим, а как ты думаешь, Трампа республиканцы выдвинут как единого кандидата, или нет, его токсичность все-таки перевесит? Нет, не выдвинут. Ну, не выдвинут и точка. Нет. ДеСантис, может, кто-то еще, не знаю, но Трамп точно уже свою партию сыграл. Все, уже неинтересно. Дмитрий Гордон не в курсе, что Трамп нам дал оружие, которое нам не давал Обама и Байден. Не в курсе Дмитрий Гордон. Наверное, Дмитрий Гордон забыл, что аннексия у нас была при Обаме, Байдене, и полномасштабное вторжение у нас случилось при Байден-Харрис. Дмитрий Гордон, наверное, не в курсе. Он, наверное, не смотрел мое видео, которое я опубликовал со всеми тезисами, фейками и мифами, которыми вас годами кормили по поводу Дональда Трампа. Гордон этого всего не видел. И поэтому гнал вам дичь и показывал друга КГБшника Юрия Швеца. Во-первых, Трамп – это ставленник Путина. Все. В этом сомнений быть не может. Это документально тебе доказано. Второе. Почему в Кремле посчитали нужным помочь сделать его президентом Соединенных Штатов? Потому что он характеризуется, это я цитирую документ, как психически нестабильный, импульсивный, неуравновешенный человек с комплексом неполноценности.
Что интересно, вот это все, вся эта история, и вот эти все характеристики, они были известны мне задолго до этой статьи. Извините, я забыл сразу рассказать. Эту подборку я делал не самостоятельно, я не журналист. У меня к телеграм-каналу привязан бот, в который люди присылают. Есть энтузиасты, которым не лень, или они где-то копируют, или я не знаю как, но люди присылают мне вот такие подборки. И выводы вы тоже можете сделать сами. Вас просто тупо обманывают, и вас просто-напросто тупо разводят. И я советую вам очень хорошо отслеживать, кто и как таких спикеров рекламируют. А как ты думаешь, Трампа республиканцы выдвинут как единого кандидата, или его токсичность все-таки перевесит? Нет, не выдвинут. Ну, не выдвинут и точка. Нет. ДеСантис, может, кто-то еще, не знаю. Но Трамп точно уже свою партию сыграл. Все, уже неинтересно. Ну, уровень прогноза вы можете сами, я думаю, оценить. Да, в итоге, где Трамп и где Байден. Вот вам просто уровень прогнозов, чтобы без лишних слов. Но в этом всем, что самое печальное? Я по-прежнему вам рекомендую слушать интервью Дмитрия Гордона. Но когда Дмитрий Гордон говорит о политике, вы должны понимать, он не говорит о том, что правильно, у него есть какое-то мнение, он топит за какую-то идеологию, за какую-то идею, за какие-то реформы с конкретикой, с цифрами, как это делаю я. Дмитрий Гордон пытается быть политиком, в чистом виде флюгером, который просто подстраивается под ситуацию. До войны Зеленский самый ужасный человек в мире, сейчас Зеленский Ермак самый лучший. Я повторяю, я понимаю почему. Потому что нужна личная безопасность, нужна безопасность бизнесу. Но гнать такую тупую пропаганду, ведь можно было делать это как-то все-таки более, и он это может в силу своего таланта сделать, более изысканно, более утонченно. Ну не совсем же за болванов держать наших людей. Но я просто это не приемлю. Обвинение в уголовном преступлении в Соединенных Штатах – это сильный удар по репутации, очень сильный. Здесь по приколу, ну, Трампа в 2016 году оголтело избрали. Думаю, два раза подряд по приколу, тем более после этих его всех этих заявлений, его изберут вряд ли. Это он так вот отчаянно барахтается в воде, пытаясь ухватиться за последнюю соломинку. Это друг Гордона, который тоже фекалиями вас кормил по поводу Трампа. Делайте выводы. Я обращаюсь к вам, особенно до украиномовных украинцев, которым Елисевич в большинстве времени русскоязычный плохой, а бывший или настоящий агент КГБ швец русскоязычный, хороший. И вас уже не смущает, что вы смотрите КГБшника. Нормально. Почему? Потому что он говорит, опускаясь на ваш уровень. Вот людей, которые не хотят правды, людей, которые только хотят, чтобы их хвалили, вот так аккуратненько, с красивой причесочкой, с покрашенными волосами. Вот вам в мозг это все засунули, завинтили, чтобы вас только не травмировать. Не рассказать вам правду, как она есть. Не рассказать вам ситуацию более глубоко. Вот просто фекалиями вас засунуть, но эти фекалии с сахаром вам будет очень приятно. Олеся, у меня есть стойкое ощущение, что Трамп является агентом КГБ СССР. Я тебе скажу, как я думаю. Мне он вообще не нравится. Трамп является агентом КГБ СССР. Об этом знают только Гордон и Швец. Демократы, у которых в распоряжении сотни миллионов бюджеты, весь админресурс, вся госмашина, Сорос финансирует прокуроров. И за 5 лет они накопали на Трампа оплату за молчание порнозвезде со счета избирательной кампании, а не с личного. Вот это все, что они могли сделать Дональду Трампу, а потом просто пытались его убить. Но только Гордон и Швед знают, что он агент КГБ. Правда, России очень несладко жилось и будет житься при Трампе. Почему? Потому что drill, baby, drill, будет добываться нефть. Будет торговаться нефть с резервов огромных Соединенных Штатов Америки, что моментально опустит цены на мировом рынке, и Россия уже не сможет быть такой эффективной экономикой и вести войну, поскольку это страна-бензоколонка, как когда-то сказал Маккейн. Они, им не нужна там дополнительная стоимость добавочная, им не нужны мозги. Мозги, как и в Украине, у них не являются ресурсом. У них ресурс нефть-газ. За вас, за нас, за нефть и газ. Но вам это не расскажут. Вам расскажут Трамп, агент КГБ. И вы поверите. Трамп, судя по всему, все. То есть даже вот эти люди, которые потом в кулуарах беседовали с журналистами, я имею в виду вот эти 8, они так высказывали, что, ну, видимо, да, видимо, Трамп сходит с пробега. Поэтому допрыгался, доскакался. Остается вот эти 8. Это уже не Елисевич плохой наговорил вам что-то. Сидит Юрий Швец и 2 года назад рассказывает, Трамп все, Трамп сошел с дистанции. Но вы открываете новости вчера или во время моего стрима, те, кто умные, подписаны на мой канал,
Во время стрима это случилось, я вам объявил. Джо Байден сошел с дистанции. Я это прогнозировал, я это говорил. 2 года назад. А Юрий Швец вас этим вот кормил. Для чего я сделал это видео? Чтобы еще раз попытаться вас убедить, фильтровать источники информации. Снять кастрюлю с головы. Быть homo sapiens, человеком современным. У вас уже есть в руках все соцсети. Интернет, YouTube, все что угодно. X, Telegram. Информация вся в открытом доступе. Не слушайте вы тех, которые выходят и целенаправленно с пониманием, что они вам лгут, они не ошибаются, они вам тупо лгут. Если кто-то ошибся, ну, ошибся так ошибся, неси за это ответственность. И Трамп снова проиграет лишь потому, что у него высокий антирейтинг. В медийном плане, ну, нарвешься на какое-то время на хейт. Это люди выходят и оболванивают вас намеренно. Это большая разница. А потом они вовремя перекрашиваются, и они уже как бы свои. И вы дальше подписаны и слушаете. Еще раз подчеркиваю, все ролики, которые отрывки, вот эти вот вставки вы видели в сегодняшнем видео, сделал не я. Это прислал анонимный подписчик. Выбор за вами. Подпишитесь на мой канал, поставьте лайк и колокольчик, пишите ваш комментарий, это очень важно. Передаю слово президенту Украины, у которого столько же отваги, сколько и решимости, леди и джентльмены, президент Путин.